Что? 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 Достать ножи. Харлан начал с ржавой пишущей машинки и сделался одним из самых продаваемых писателей детективов в истории. 30 языков, тираж больше 80 миллионов экземпляров. Вы читали его книги? Я беллетристику читать не любитель, но его книги... А я много читал, я его фанат. Кто этот человек? Мистер Бланк, частный детектив, очень известный. Я читала в Твиттере про вас статью в Нью-Йоркере. Да вы суперзвезда! В ночь его кончины семья собралась отпраздновать 85-летие вашего отца. Ваш сын Рэнсом тоже присутствовал? Да, но рано уехал. Кажется, Линда рассердилась. Стоит Уолту выпить и осмелеть, вечно они с Харланом спорят. Что? Ричард так сказал? Вы меня дразните, детектив? Мы пытаемся разобраться, чтобы понять, как он умер. В смысле, кто его убил? Один из его родных убил его. Вы ведь Волк? На это намекаете? Мистер Бланк, я только что похоронила своего отца, который покончил с собой. Я кое-кого подозреваю. Я пока никого не исключаю. Харлан приводит дела в порядок. У всех в семье был мотив для убийства. Харлан не собирался отменить пособие Джонни. Неужели он хотел уволить Уолтера? У Ричарда с кем-то роман? Смелое предположение. Смешно, Рэнсом. Пропустил похороны, но к завещанию явился заранее. Идите в жопу! Я дала тебе лучшие Рэнсом! Годы. Я бы сбила эту нахуй! Надо собираться почаще. Все семейство в отчаянии. А люди в отчаянии готовы на все. Замысловатая Путин. И мы все еще ее не распутали. Пока нет. Все жду, когда откроется. Врать могут все. Но за этим стоит по крайней мере один преступник. Ты что-то слышал? Выкладывай. О, боже. Рассказывай, что случилось с дедом. По-моему, вы хотите мне что-то сказать.